Романов Петр Ильич родился 21 февраля 1919 года в селе Панское, ныне Алексинский район, Тульская область. Призван в Красную армию 1939 года. В Великой Отечественной войне принял участие 1941 года 28 июня. Особо отличился в ходе восточно-прусской стратегической наступательной операции на Зеландском полуострове. Он герой Советского Союза посмертно, и ему вручены ордены Великой Отечественной войны первой степени и Великой Отечественной войны второй степени и орден Красной Звезды. Также в честь него назван город в Калининградской области.